Москва еще не проснулась. Было тихо на улицах города в морозное февральское утро 1921 года. Лишь изредка порывы ветра нарушали тишину предрассветного часа. Тихо было и в Кремле, где жил и работал Ленин. На почетном посту у квартиры Ильича. В семье Ленина день начинался рано. Надежда Константиновна была уже в столовой. Уже на ногах. Да, как видишь. Ну, для меня это геройство небольшое, я ведь привыкла рано вставать. Марья Ильична, картошка. Спасибо. Горячая. А Володя спит? Пытался встать, но я уговорила его еще на полчасика. А полчасика, между прочим, прошли, и я уже на ногах. О, как будто вовремя. Отварная картошка. Впрочем, я вас не тороплю, так как не голоден, а дело у меня еще найдется. Во-первых, мне полагается сегодня побриться, а во-вторых, я еще не делал гимнастику открытой форточкой. У меня это великолепно получается. Так что я вас покину минут на 8-10. При наших с Маняшей хозяйственных способностях все будет вовремя. Ага. И чай станет крепким. А, ну вот и хорошо. Вот ты знаешь, Маняша, у меня такое впечатление, что Володя никогда ни при каких обстоятельствах не меняется. То ли он ведет заседание совнаркома, то ли вот занимается гимнастикой при открытой форточке, то ли беседует с каким-нибудь крестьянином из самой отдаленной губернии. Он всегда остается самим собой. А мне кажется, что он и за всю свою жизнь не изменился. Как будто вот таким излучающим был еще в детстве. Я это говорю не потому, что я его родная сестра. Ты знаешь, я родственные отношения ценю постольку, поскольку. А Володя... Нет. Володя особенный. Впрочем, зачем я тебе это рассказываю? Ты и сама все это знаешь и понимаешь лучше меня. У вас тут какой-то диспут? Да, о роли личности в истории. Ну? К тому же личность, которую мы разбирали. Не сыграла в истории необходимой роли. Не сыграла, Володя, но сыграет. Спасибо. Это уже похоже на предсказание. Историческая личность. Импозантно звучит. Очень удобное французское слово для определения болезненной психики некоторых политиков. Мы называем это довольно вульгарно. Бонапартизм. А они прикрываются красивой формулой. Роль личности в истории. А за такой личностью иногда миллионы людей не видны. Историческая личность или сверхчеловечек затмевает их своей гениальностью. Впрочем, что это я с самого раннего утра рассердился? Картошка остынет. Да-да, спасибо. Вопрос-то этот даже
в нашей среде оказался более серьезным. Вы со мной согласны? Согласна целиком. Есть такой грешок у некоторых наших работников. Скорее в Наполеон. Да. Лавры Наполеона некоторым не дают покою. Благодарю. Хотя, между прочим, судьба Наполеона в России довольно-таки плачевна, да. Чтобы его политические методы возымели успех. Прямо скажем, почва для Наполеонов и Наполеончиков в наше время мало подходящая. Да, Володенька, чтобы не забыть, вчера очень поздно звонил один товарищ. Фамилию я его, кажется, не разобрала, наш телефон немножко подхрипывал. Так. Поняла только, что он из профсоюзов. Угу. И что профсоюзники слезно просят тебя приехать завтра, то есть теперь уже сегодня, к ним в 17:00 в Дом союзов на собрание металлистов. Угу. Он еще говорил, что меньшевики на этом собрании собираются устроить политический разгром нашим профсоюзникам. И спасение только в твоем приезде. Да. Я знаю об этом собрании. И ЦК в курсе дела. Даже Дзержинский меня предупреждал, что возможна провокация. Да. Обстановка напряженнейшая. Мы дали в руки врагам некоторые козыри. С продовольствием дело обстоит прескверно. А мы все-таки для обеспечения посевной пайки в городе сократим. Как? Еще? Да, еще сократим. Не смотрите на меня так. Если не отправим зерно в деревню немедленно, то в будущем сморим всех голодом. Перед нами альтернатива. Или предложить партии временный покой во внутренних делах и в будущем году сморить всех, и рабочих, и крестьян, голодом. Или пойти на крайние меры. Но зерно в деревню для посева отправить. ЦК все согласились со мной. Будем отправлять. Конечно, сегодня на собрании бой предстоит отчаянный. Но другого выхода нет. Будем драться, а пайки рабочим сократим. О, благодарю и убегаю. Уже 9:00. До свидания. До свидания, Володя. Будь здоров, Володя. Пожалуйста, подойдите сюда. Все? Входите сюда, пожалуйста. Все, все. Выходите сюда. Я же вам говорю, вас он примет. Ой, Ли. Значит, не верите мне. Да верите. Вот сейчас сами увидите. Придет точно, как всегда, вас примет. Ой, Ли. Видите, Машка моя, когда мы... Сомневаетесь, что примет? Он. Он? Здравствуйте, Владимир Ильич. Здравствуйте. Владимир Ильич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Значит, вы те самые крестьяне, которые прислали записку, что, мол, поговорить надо. Они самые, Владимир Ильич, поговорить надо. Симбирские. Так точно, симбирские. Из моих родных мест. Знаем, Владимир Ильич. С Волги. Да. Трудно там. Ой. Да, знаю. Трудно.
А вчера у меня были тамбовские. Ну и как? Там тоже плохо. Плохо. Плохо, Владимир Ильич. Очень плохо. Голодуха душит. Помощь нужна. Без нее нам не выбраться из беды. Нет. Нет. А. Вот прошение это ото всей нашей коммуны. Вот. Ну что ж, товарищи, рассаживайтесь поудобнее. Нет, нет, вот сюда, поближе к столу. Так, понятно. Помощь окажу. Но вот у меня к вам вопрос. Совнарком приезжал Осип Иванович Чернов, крестьянин из Сибири. Товарищ Чернов привез обстоятельный доклад о деревенских делах и предлагает срочно заменить продовольственную разверстку продовольственным налогом. Тогда, он говорит, крестьянское хозяйство быстро пойдет в гору. У нас с ним была подробная и обстоятельная беседа. И знаете, как он меня убеждал? По продовольственной разверстке крестьянин отдает государству все. Остается только семью прокормить, да, так? Да. И при таком условии вам развивать свое хозяйство невыгодно. Нет. Вот и предлагает Осип Иванович. Срочно ввести налог. При продовольственном налоге крестьянин будет вести хозяйство на основе твердого расчета. Сколько он должен отдать государству и сколько остается ему самому. Вот и скажите мне, правильно предлагает Осип Иванович или нет? И что в его предложении верно, а что может быть неверно? Все верно, Владимир Ильич. Все! Все! Все верно. Пока была война, куда ни шло, и продразверстка хороша. Потому армия большая, а в деревне людей плепорция малая. А главное, надо было врага одолеть в свою пользу. Это, Владимир Ильич, все хорошо понимают. А теперь, как мы переходим на мирные рельсы, то крестьянину продразверстку преподать никак нельзя. Нельзя. Нельзя, Владимир Ильич. Потому что резону не будет. Резону не будет. Вот и Осип Иванович также мне говорил, что крестьянину в хозяйстве нужен расчет, и расчет с резоном. Без резону нашему брату никак нельзя. Нет. Понятно. Будем думать о резоне. Пойдете в наркомпрод. Знаете такую организацию? Наркомпрод-то. Знаем, да. Владимир Ильич. Главное по продовольствию. А, вот. Я тут написал, к кому вам обратиться. Найдете его и передадите эту записку. В ней я пишу, чтобы вам помогли зерном. Это главное. Ну и материалами для вашего строительства. Вот. П.
Прошу. Премного благодарны, Владимир Ильич. Спасибо вам. Да, только отправляйтесь немедленно. А то чего доброго товарищи, которые вам будут нужны, разбредутся по заседаниям, и вы целый день потеряете. Владимир Ильич, сейчас из Кремля от вас прям туда. Да, до свидания. До свидания. Спасибо. Пишите мне. Да, без стеснений напишите, все ли удалось получить. А, спасибо, Владимир Ильич. Адрес вы теперь знаете. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания, Владимир Ильич. До свидания. До свидания. Да, Владимир Ильич. Лидия Александровна, попросите, пожалуйста, товарища, который пришел относительно электроплуга. Он здесь? Он здесь. Сейчас попрошу. Владимир Ильич. Да? Только что звонил Лев Максимилианович Крыжановский и спрашивал, можно ли ему прийти к вам сейчас. Можно. И чем скорее, тем лучше. И еще. Чичерин Георгий Васильевич спрашивает, можно ли направить к вам товарища Мартинса, приехавшего из Америки. Нужно. Вот только когда. Ага. После шведских коммунистов. Только прошу вас, Лидия Александровна, узнайте, пожалуйста, его отчество. Я его знаю давно, еще со времен Петербургского союза борьбы. Он теперь в письмах меня называет по имени-отчеству, а мне неловко. Вот отчество его я не знаю. Вот помню Людвиг, а... Людвиг Карлович. Ах, Карлович, ну спасибо. Так попросите, пожалуйста, товарища изобретателя. Хорошо. Здравствуйте, дорогой товарищ. Здравствуйте, Владимир Ильич. Вы, стало быть, никак не можете доказать важность электричества в сельском хозяйстве. Не могу. И это при советской власти, а? Прошу вас садиться. Спасибо. Мне очень понравилась в вашем письме мысль о том, что электрификацией нельзя заниматься с меньшим темпераментом, чем поэзией. Правильно. Я вас познакомлю еще с одним поэтом в области электрификации. Это, вы, вероятно, о нем слышали, Глеб Максимилианович Крыжижиновский. О, да, конечно. Мой старый товарищ по годам подполья. Он скоро придет. А сейчас... Вы расскажите мне поподробнее, как этот электроплуг должен действовать и что нужно для массового производства. Хорошо, Владимир Ильич. Электроплуг, Владимир Ильич, не представляет из себя чего-либо сверхсложного. Разрешите? Да-да, пожалуйста. Вот как электроплуг должен выглядеть на поле. Это во время работы. Так. Ну, а откуда будет поступать электроэнергия? А электроэнергия, Владимир Ильич, будет поступать вот отсюда. Каково расстояние? Расстояние для работы электроплуга составит примерно 125-150 сажений. 125-150 сажений. Это, Владимир Ильич, вполне достаточно для обработки большого поля. Мы по этому поводу советовались со многими людьми, работающими непосредственно в сельском хозяйстве. Угу. Они все одобрили. Это очень хорошо, что вы... Посоветовались со специалистами. Очень хорошо. Здравствуйте, Владимир Ильич. Глеб Максимилианович, здравствуйте. Товарищ, с которым прошу познакомиться, представляет целую группу инженеров. Они работают над созданием образцов электропахотных орудий. У них готовы опытные модели, все материалы и тому подобное. Вот вас прошу, посмотрите. Электроплуг. Так точно. Прошу обратить внимание, что он может пахать большую площадь. Я наговорил товарищу, что вы маг и волшебник в этих вопросах. И что у нас тракторы и электроплуги будут пахать скоро все земли России. Наверное, будут, Владимир Ильич. Я вас очень прошу. Помогите. Создайте на первое время комиссию, которая бы... наблюдала за этим делом
и которая бы так бы и называлась. Электроплуг. Как вы находите мое предложение? По-моему, очень хорошее, Владимир Ильич. А вы? Я не во всех деталях знаком с этим делом, Владимир Ильич, но мне кажется, оно настолько интересным и важным, что я, конечно, за. Я вас прошу, посоветуйтесь в ЦК и начинайте действовать. Вас устраивает такая постановка вопроса? Вполне. Ну, остается ждать хороших результатов. Всего доброго. Желаю успехов. В дальнейшем прошу ориентироваться вот на Глеба Максимилиановича. Да? Да, я. Здравствуйте. О, на ловца и зверь бежит. Товарищ из наркомзема, сам нарком, удачно. Почему бежит? Сейчас объясню. У меня здесь Глеб Максимилианович с одним товарищем, который с группой инженеров работает над созданием образцов электропахотных орудий. Слыхали? Очень хорошо. Так вот, товарищ, который этим занимается не первый месяц, говорит, что в наркомземе стена, которую невозможно прошибить. Да-да, а на этот раз стена довольно прочная. Мы с Глеб Максимилиановичем решили с помощью ЦК создать комиссию электроплуг. Ну, раз сдаетесь, тогда другое дело. Будем организовывать при наркомземе. Согласен. Согласимся. Сам нарком обещает. Все согласны. Хорошо, так и передам. Когда можно ко мне? Завтра в 9. Всего доброго. Ну, теперь будем надеяться, что дело пойдет. Разрешите, Владимирович? Да-да, пожалуйста, товарищ Иванесов, заходите. Что, опять бумаги? Да, Владимирович, протоколы распорядительного заседания Совета труда и обороны. Без вашей подписи они недействительны. Теперь новый порядок. Порядок хороший, но отнимает чертовски много времени. Ну, давайте посмотрим. Глеб Максимилианович. Вы меня извините, я вас немного задержу. Хорошо, Владимир Ильич. А вот это правильно. Всех специалистов автодела нашим работникам надо знать наперечет. Мы без автомобилей погибнем. Надо развивать это дело немедленно, не рассчитывая на одни закупки за границей. Так и скажите нашим хозяйственникам. Бывшую мастерскую Ябушинского, где он пытался строить автомобили, нам надо превратить в огромный автомобильный завод. Да такой, чтобы он мог стать конкурентом американцу Форду. Вы со мной согласны? Безусловно, Владимир Ильич. Больше того, я хочу вас обрадовать. У нас есть группа энтузиастов этого дела. А, ну раз есть люди, любящие дело, значит, оно будет успешно развиваться. Относительно снабжения Петрограда топливом. Я вас прошу иметь в виду, товарищ Аванесов, что этот вопрос наипервейший и наиважнейший. Понимаю, понимаю. Петроград в отчаянном положении. Его население испытывает неимоверные трудности, гораздо большие, чем мы здесь, в Москве. И мы обязаны ценой любых усилий помочь Петрограду. Надо контролировать каждый шаг работников, на которых возложено обеспечение Петрограда топливом. Я вас очень прошу, товарищ Иванесов, не выпускайте из поля зрения это важнейшее дело. Хорошо, Владимир Ильич. Я обещаю вам следить лично. Очень хорошо. Вашему слову я верю. Обеспечение подвоза продовольственных грузов в Донбассу. О перемещении в составе особо уполномоченных Совета труда и обороны. О мероприятиях по увеличению ночи, погрузки и доставки угля. Угу.
о привлечении к ответственности работников НКПС, виновных в волоките. Вот это правильно. Все. Все, Владимир Ильич. Ну, Глеб Максимилианович, теперь нам никто не помешает. Подсаживайтесь поближе, и мы побеседуем. Нам надлежит в первую очередь поговорить о людях. План ГРЛО вещь хорошая, это бесспорно, но творить его на практике должны люди. Надеюсь, с этим положением вы согласны? Конечно, Владимир Ильич. От некоторых сомнительных кандидатур я был вынужден отказаться. И правильно сделали. Никого и ничего сомнительного. Вы, как руководитель нового огромного дела, задохнетесь от усталости, если у вас не будет настоящих помощников. Надеюсь, с этим положением вы также согласны. Безусловно, Владимир Ильич. С вами трудно не согласиться. Более железной логики, чем ваша, не придумаешь. Вот я уже и комплимент получил от вас. И, наконец, самое главное. Мне кажется, что президиум плановой комиссии, госплан, который вы будете возглавлять, должен быть архитвердым по составу деловых специалистов. Особенно важно, чтобы ваш заместитель имел опыт организаторской работы. Вы же, главным образом, будете руководить научно-техническими экспертами. Понимаю, Владимир Ильич, вот, понимаю. А ваш заместитель должен быть хозяйственником в самом широком смысле этого слова. И хозяйственником-организатором. Только без размашистого стиля. Абсолютно правильно. Важно, чтобы он знал дело не в общем и целом, а изучил бы его конкретно, практически. И чтобы не было левацких перегибов. Ведь план ГРЛО — это по существу план подъема всего нашего народного хозяйства. И для такой работы нам нужны умелые, толковые и знающие люди. И еще к этому новому и сложному делу поменьше подпускайте маловеров и скептиков. Их еще у нас, к сожалению, достаточно. Я не могу сегодня вам дать окончательные предложения о людях, Владимир Ильич. Тем более, что с вашими высокими требованиями я абсолютно согласен. Но через 2-3 дня я представлю их на ваше рассмотрение обязательно. Мы разыщем для этой работы настоящих, убежденных людей. Очень хорошо. Ради отличных результатов стоит ждать. А как только будут достойные кандидатуры, мы их с вами представим на утверждение совнаркома. Теперь относительно поправок к плану ГРЛО. Я их читал. Не все они равноценны. О некоторых нам с вами еще следует побеседовать. Но мне бы хотелось объединить оба этих вопроса. И о поправках, и о людях. Вместе. Так, чтобы и сам план, и его осуществление были бы между собой увязаны. И чтобы нас с вами лишний раз не называли фантазерами. Вот как об этом недавно писал Герберт Уэллс. Владимир Ильич, Герберт Уэллс назвал вас не фантазером, а мечтателем. Ну это же английская деликатность, а смысл один и тот же, смею вас уверить. Я у них в Лондоне слыву фантазером. Владимир Ильич, прошу извинить. Да-да. Владимир Ильич, вы обещали принять шведских коммунистов. Они уже пришли. Да-да-да, пожалуйста, просите. Тем более, что мы уже закончили. Глеб Максимилианович, если время позволяет, оставайтесь. Останусь, это интересно. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ Ленин. Здравствуйте. Прошу вас, рассаживайтесь. Спасибо. Познакомьтесь. Председатель госплана Глеб Максимилианович Крыжиновский. Очень приятно. Прошу. Спасибо. Мне говорили в ЦК, что вы беседовали с некоторыми товарищами, но что у вас есть
особые вопросы ко мне. Да, Владимир Ильич. Да. Ну что ж, я готов ответить на ваши особые вопросы. Дорогой Владимир Ильич, я уже имел счастье бывать в России много лет назад и узнавать вашу деятельность. Это было очень давно. Я приезжал тогда с группой «Монтор», шведская фирма, в которой работал. Мы занимались установкой первой телефонной станции Петербурге. Вы знаете, Владимир Ильич, что у нас в Швеции телефонное дело — это вроде как бы национальная болезнь. У нас хотят, чтобы весь мир говорил на шведский телефон. Ну что же, это очень похвальное желание. У нас, у русских, тоже есть своя национальная болезнь. О. Да, наш изобретатель Попов хотел, чтобы во всем мире был русский телеграф без проводов. Он назвал этот телеграф радио. О, радио. Но, простите. Это очень интересно. Очень интересно то, что вы говорили о телеграф без проволока. Мы будем этим интересоваться подробно. А сейчас, Владимир Ильич, я хотел сообщить вам о наше партийное дело. Мы создаем партию, как вы определили, нового типа. Отходим от старой социал-демократической канон. Но вы знаете, что у нас очень давно не было войны. Знаю. И революции не было. Тоже знаю. Верно, не было. Но мы хотим, по ваш опыт России, делать у нас социалистическую революцию. Вот это, вероятно, и есть ваш особый вопрос ко мне. Да, я. И на него я должен ответить. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Вы знаете, что наша марксистская партия стоит на той позиции, что революции ни в какие страны не ввозятся. Это не импортная операция. То есть где-то изучили опыт, потом этот опыт упаковали понадежнее и перевезли через границу как какое-нибудь патентованное средство. Это, так сказать, первое непреложное условие всякой революционной работы. А второе условие всякой народной социалистической революции – это ее созревание. Вы, вероятно, слышали, что у нас в России была борьба с некоторыми товарищами по вопросу о своевременности пролетарской революции в России. Конечно. Как известно, в социальных вопросах и рано не годится, и опаздывать не рекомендуется. Короче, для нас это звучало так. 24 октября рано, а 26 могло быть поздно. Но у вас, мне кажется, другие заботы. Да, Владимир Ильич, у нас другие заботы. Мы не выигрывали еще по-настоящему, даже маленький бой польза рабочих. Вот с этого и надо начинать. Учитесь выигрывать маленькие бои в пользу трудящихся людей. Ну, раз вы придерживаетесь этой формулы, вам моих особых советов не надо. Действуйте, как вам подсказывает совесть коммунистов. Могу только добавить, что революционерам нетрудно быть тогда, когда революция уже вспыхнула. Тогда к революции привыкают из моды или из интересов личной карьеры. Надо уметь быть революционером тогда, когда нет еще условий для прямой, открытой борьбы. Надо уметь отстаивать интересы революции вне революционной.
даже реакционной обстановки. Тут очень интересный комментарий ваш относительно... Как это? Левый. О, левый заболевание. А, вы, вероятно, имеете в виду мою брошюру «Детская болезнь левизны в коммунизме». Да, совершенно верно. Детское заболевание – некоторый коммунистичный элемент. Элемент. Это не совсем точно. Но по смыслу верно, как вы сказали, детские заболевания некоторых левых коммунистических элементов. Ну что ж, пусть будет так. Я подробно осветил этот вопрос в своей брошюре. Вам я могу ответить коротко. Детской болезнью левизны в коммунизме является заблуждение, что для революционной партии недопустимы компромиссы. Я приведу вам для примера один случай, который произошел со мной и с моей сестрой Марией Ильиничной. Год тому назад, вечером, мы поехали с ней на окраину Москвы, в Сокольники, чтобы навестить болевшую тогда мою жену Надежду Константиновну Крупскую. По дороге на нас напали бандиты. Вооруженные грабители отобрали у нас автомобиль, паспорта, револьвер и прочее. Но зато мы избавились от приятного соседства с бандитами. Компромисс налицо. Но трудно найти не сошедшего с ума человека, который бы назвал такой компромисс принципиально недопустимым. Поэтому надо работать в буржуазных парламентах, в реакционных профсоюзах. Надо уметь сочетать формы нелегальной борьбы с легальными. Надо, разоблачая соглашателей, предателей рабочего класса, не только вести пролетариат к наступлению, но и маневрировать. Маневрировать, конечно, по-революционному. Вот, собственно говоря, и все. Большое спасибо, дорогой Владимир Ильич. Мы будем передавать нашим рабочим, подробно рассказывать им о ваших интересных комментариях. Я очень рад, что мои ответы вас удовлетворили. Спасибо большое. Благодарим. Желаю вам успеха в ваших революционных делах. До свидания. До свидания. Всего доброго. До Разрешите, Владимир Ильич? Да-да, пожалуйста, товарищ Мартинс. Здравствуйте, Людвиг Карлович. Рад вас видеть после длительного пребывания в Америке. Благодарю за внимание. Прошу вас, садитесь. Вы ведь в Америке по существу были нашим негласным послом. Ваша миссия была не из легких. Это я знаю из ваших писем, и мне много говорил товарищ. Прошу вас, Чичерин. Да, в Америке, как любят говорить москвичи, нашему брату договориться нелегко. Много воды утекло с тех пор, когда Маркс называл американскую печать самой революционной и писал для нее. Это вы тонко заметили. К сожалению, в Америке имеют успех неблистательные последователи замечательного публициста Джона Рида, а Уолтер Липман и ему подобные. Приход к власти республиканца Гардинга не меняет обстановки. Менять им надо не президентов, а социальный строй, иначе все останется по-старому. Кстати, к нашему счастью и к их счастью,
В Америке, кроме президента и мультимиллионеров, есть рабочий класс, фермы, крестьяне. И я думаю, что у них разная точка зрения с господином президентом и капиталистом. Я из ваших сообщений понял, что у нас много друзей в Америке. Совершенно верно, Владимир Ильич. Это и привело меня сюда, и я решился вас побеспокоить. В Нью-Йорке еще 2 года тому назад создано Общество технической помощи Советской России. И вот многие члены этого общества хотят приехать в Россию жить и работать. Но они хотят приехать сюда не с пустыми руками. Им хочется действительно помочь молодой республике. Я не сказал бы, что армия таких энтузиастов слишком велика. Но их больше 10 000 человек. Внушительная цифра. По-моему, это должно испортить настроение президенту Гардингу. Да, препятствий этому обществу чинится очень много. Ведь американское правительство при каждом удобном случае напоминает, что оно не признает новую Россию и не имеет у нас дипломатического представителя. Да, глупо. Очень глупо. Но факт. Сидите. Лидеры демократической и лидеры республиканской партии не признают революционную Россию. Глупо. Очень глупо. Они не признают. А рабочие, вы говорите? Признают, Владимир Ильич. И не только признают, но и обучаются управлению трактором, автомашиной, чтобы ехать работать в Россию. Они хотят забрать с собой семьи, купить на свой счет нужный инструмент и даже привезти продовольствие, потому что знают, что здесь голодно. Они хотят помочь строительству новой страны, у которой огромное будущее, куда более светлое, чем американской капиталистической ради. Кстати, горьковские рассказы о желтом дьяволе очень популярны сейчас в Америке. Вот это любопытно. Вот, Владимир Ильич, тут подробный доклад о технической помощи рабочим России. Спасибо. Я обязательно это изучу. Знаете, Людвиг Карлович, интернациональная помощь трудящихся – это в конечном счете самое важное и самое драгоценная. Рабочий день Владимира Ильича продолжался. Он должен был выступить на собрании металлистов в колонном зале Дома Союзов, где предстояла встреча с реакционно настроенной группой, находящейся под меньшевистским влиянием. Организаторы собрания спешили его начать и поскорей протащить нужную им резолюцию, осуждающую линию правительства в деле снабжения населения продовольствием. Сегодня собрались, чтобы окончательно обсудить вопрос о сокращении рабочих пайков и вынести резолюцию об отмене этого решения. Пайки рабочим должны оставаться такими, как они есть. Мы не позволим издеваться над московскими рабочими. Мы их защитим. Товарищи, я открываю собрание. Широкое беспартийное собрание рабочих металлистов. И предлагаю принять следующий регламент. Мы требуем выбрать председателя!
Молодцы. Как поднял руку, видимо, сдается. Называйте кандидатуры! Кандидатуры называйте! Вот так бы с самого начала! Первую затрещину получили. Но этого еще мало, потому что их здесь собралась большая компания. Пора бы уже приехать Владимиру Ильичу. Тогда бы они все быстро повернули в другую сторону. Колокольчик-то отдай. Отдай колокольчик, чего в руках ты держишь его? Он же вам теперь не нужен. Начал. Вот товарищи, разрешите считать собрание открытым? Товарищ бывший председатель, вы боялись, что вашей группе не дадут выступить. Предоставляю вам первое слово. Я никого и ничего не боялся. Я хотел только демократии. А мы вам и предлагаем демократию. Первое выступление. Толково. Смотри, как этот бывший председатель нервно обшаривает свои карманы. Верно потерял вчерашний день. У нас есть целый список ораторов. А, вон в чем дело. Целый список. А впрочем, я буду выступать первый сам. Небольшой список. Я считаю, что дело со снабжением рабочих зашло слишком далеко. Это очень больной вопрос, который может погубить революцию. Пойдем. Надо проверить, выехал ли сюда Владимир Ильич. Проверим. Звони в Кремль. Барышня, дайте, пожалуйста, коммутатор Кремля. Коммутатор Кремля, соедините меня, пожалуйста, с секретариатом товарища Ленина. Товарищ Фотиева, еще раз здравствуйте. С вами говорят из Губкома металлистов. Я звонил вам уже. Мы ждем Владимира Ильича. Тут уже началось собрание. Выехал? Давно? Нет. Нет, мы говорим из комнаты президиума колонного зала. Хорошо. Хорошо, наверное. Вы не меня ли разыскиваете? Вас, Владимир Ильич. Здравствуйте, Владимир Ильич. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Ильич. Думали? Думали, не приеду. Обманул. Каюсь, не научился обманывать, а то бы обманул профсоюзников. Вас наказать лишний раз не мешает. Как там дела? Вся шайка съехалась, Владимир Ильич. Кричат, что большевики погубят Россию. Да, меньшевистующие демагоги совсем потеряли голову. Пытались навязать собранию своего председателя, но рабочие не дали. Стали выбирать по-честному, ну и, конечно, нашего выбрали. Вот он сейчас и ведет собрание. Хорошо. Еще председательский колокольчик отняли у этого самозванца. Очень хорошо. То, что колокольчик отобрали, очень хорошо. Меньшевикам с колокольчиком быть ни к чему. Ну, пойдемте туда, товарищи. Владимир Ильич. Да? Вы сначала их отсюда послушайте. Вам сразу ясная картина станет. Хорошо. Давайте послушаем отсюда. Мы требуем пересмотра плана посевной. Если мы в угоду крестьянам заискивая перед ними, будем лишать рабочих пайков, чтобы отправлять хлеб в деревню, этим самым мы нашу промышленность дезорганизуем и рабочую Россию погубим.
Правда, губите! Еще поживем! Вас уговаривают, что поживем! А мы считаем, что этими глупыми решениями в пользу крестьян мы рабочую Россию погубим! Старые песни. Больше ждать нельзя. Пойдемте, товарищи, туда. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ленин. Значит, погубим Россию. Так? Так. Наша партия при моем активном участии губит Россию, а вы ее хотите спасти. Четкая формулировка, но не новая. Мы сотни раз слышали предсказания разных политических кликуш и гадалок о том, что большевики погубят Россию. За какую вы, голубчик, Россию? И за какую мы, большевики? Мы большевики за Россию, которая возрождается сейчас. Но не как царская или кадетская Россия, а как государство рабочих и крестьян. Государство, в котором союз рабочих и крестьян обеспечил победу в октябре. И этот нерушимый союз, я подчеркиваю, нерушимый, приведет Россию к высотам культуры и могущества. Хоть вы в это и не верите, но все-таки это будет так. Коренной вопрос советской власти состоит в том, что мы пока еще не имеем побед социализма в других странах. Если вы внимательно прочтете нашу Конституцию, то вы увидите, что мы не обещаем турусы на колесах, а говорим о необходимости диктатуры. Ибо против нас весь буржуазный мир. Кто хоть сколько-нибудь спокойно взглянул на соотношение сил с буржуазией, тот знает, что буржуазия сильнее нас. И все-таки, вот уже третий год они не могут нас раздавить. Это не чудо. В чудо мы не верим. Вопрос состоит в том, что они не могут объединиться и грызутся между собой, как хищники из-за дележа добычи. Ни один из иностранцев, посетивших нашу страну, не отрицает,
что даже и Англия после шестилетней войны была бы точно в таком же положении. Вы здесь говорили, что так называемая оппозиция требует пересмотреть план посевной кампании в сторону ее сокращения. Многие думают, что в политике советской власти в отношении к крестьянам есть какая-то хитрость. Наша политика в этой области такова, что мы всегда открыто излагаем ее массам. Мы говорим, да, рабочие понесли неслыханные жертвы, а теперь пришел год, когда в самом тяжелом положении очутились крестьяне. Вы знаете, сколько у них отобрали хлеба в этом году? 300 миллионов пудов. А иначе, что бы делал рабочий класс? И так он жил, голодая. В чем основная задача? В том, чтобы засеять все пахотные земли. Иначе нам гибель неминуемая. В прошлом году мы дали на семена 8 миллионов пудов, а в этом году дадим около 15. Сократить посевную значит выброситься с пятого этажа. Мы не можем обещать крестьянам сразу вытащить их из беды. Для этого надо, чтобы наши фабрики производили в 100 раз больше. Но вы, рабочие, помогите нам провести посевную кампанию, и мы выйдем из затруднения. И поэтому надо сократить пайки рабочим. И об этом надо говорить открыто и не хныкать. Ибо это мера временная, крайне тяжелая, но необходимая мера. Нас подкарауливает вооруженный враг. И чтобы он нас не свалил, надо укреплять союз рабочих и крестьян. Вынужден вас покинуть, так как должен быть в Кремле на заседании Совета труда и обороны. Но думаю, что здесь у вас все закончится благополучно. Теперь можно быть спокойным, Владимир Ильич. После вашей речи, Владимир Ильич, они головами сникли. Кричать перестанут, Владимир Ильич. Это очень хорошо, если кричать перестанут. А колокольчик? Правильно, что отобрали. Колокольчик надо держать в надежных руках. Попридержим. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Переходим к следующему вопросу. Предоставляю слово представителю Реввоенсовета товарищу Склянскому. Будем слушать его информацию о ходе частичной демобилизации. Прошу вас иметь в виду, что нас сегодня особо интересует вопрос о ходе демобилизации в районах раннего сева. Своевременная подготовка к посевной в этом году – дело наиважнейшего значения. Прошу. Решение Совета труда и обороны и указание ЦК партии
выполняются на этой неделе точно с соблюдением плана демобилизации в районах наиболее раннего сева. Однако у нас имеется налицо значительная убыль в личном составе демобилизуемых. То есть как это убыль в личном составе демобилизуемых? А дело в том, Владимир Ильич, что военкомы демобилизуют точно по нашим приказам. Так. А местными гражданскими органами некоторый процент демобилизуемых не успевает осваиваться. И они оседают в городах. Таким образом, помощи в посевную кампанию они не окажут. У нас есть данные, что вы все-таки недостаточно решительно отпускаете людей в южных районах страны, где сев частично уже начинается через месяц. Это срок весьма короткий для подготовки. Вы можете уточнить, в каких именно районах хотя бы частично была задержана демобилизация? Пожалуйста. Вот справка, которую располагает наркомпрод. Если говорить на чистоту, Реввоенсовет притормаживает демобилизацию, а нам докладывают, что все идет по плану. Владимир Ильич, это не совсем так. Мы же военные люди. Конечно, приходится считаться с тем, что армия не может оставаться без основных кадров. Поэтому из частей наиболее обученных войск приходится отпускать людей иногда выборочно. Ах, вот оно оказывается что. Значит, вы решение Совета труда и обороны выполняете выборочно. Но, Владимир Ильич, интересы армии требуют... А вы считаете, что интересы народного хозяйства после отчаянной разрухи не требуют? Вы меня не поняли, Владимир Ильич. Я вас не так понял. Хорошо. Вот мы попросим председателя в ЦИК сказать, как он вас понял. Кстати, в вопросах посевной Михаил Иванович разбирается лучше нас. Михаил Иванович, прошу вас, объясните товарищу Склянскому, помогите ему разобраться в этом вопросе. Можете? Могу, Владимир Ильич. Позвольте только, Владимир Ильич, мне немножко, чуточку отвлечься. Да-да, пожалуйста. Была гражданская война. Я человек сугубо мирный. Полудеревенской, полугородской житель. И к военным делам, честно говоря, отношения не имел. И вот во время войны за советскую власть мне пришлось ездить по фронтам, агитировать народ за правду, тем самым помогать нашим военным, в том числе и вам, товарищ Склянский. Лучше воевать, скорее гнать с нашей земли, на которой мы в этом году будем сеять пшеницу, рожь, проса и так далее. Гнать врагов разных мастей. Я, гражданский человек, считал, что этим самым я участвую в войне. А теперь настало время, когда вам, военным, надо помочь нам, гражданским людям. А вы и так, и этак помочь не хотите. Хотя советские люди тем и должны быть сильны, что сегодня гражданские помогут военным, завтра военные гражданские, а послезавтра может понадобиться помощь от гражданских. Вы должны понять, что мы потому и именуемся Советом труда и обороны, что нас интересуют и военные дела, и трудовые. А точнее, в этом году больше хозяйственные проблемы. Затянете демобилизацию, будете проводить ее хаотично, деревни не получат новых сил, сев будет сорван. И мы оставим рабочих без хлеба. Пока шла война, были оправданы трудности с продовольствием, с зерном. Но если мы
в этом году после уборки нового урожая скажем рабочим: посидите без хлеба, подождите до следующего урожая. Что они нам ответят? Только сегодня на заседании рабочих металлистов я слышал законную тревогу о судьбе урожая этого года и законные претензии за наши хозяйственные проверки. Так и передайте товарищам военным, что Совет труда и обороны тревожится за судьбу демобилизации, ибо от этого зависит судьба всех рабочих, да и крестьян. Ибо если деревня не получит новые кадры, то она и себя не сумеет прокормить. Такова обстановка. Напряженнейшая обстановка, с которой мы обязаны считаться. Понятно? Понятно, Владимир Ильич. Владимир Ильич, я предлагаю объявить выговор товарищу Склянскому за нарушение государственной дисциплины при выполнении важнейшего решения Совета труда и обороны. За выговором дело не станет, поскольку товарищ Склянский и его коллеги потрудились для этого немало. Ага, я вас прошу, уточните пока форму самого строжайшего контроля за ходом демобилизации. Я вас покину на несколько минут, а потом мы оформим это специальным решением. Я комиссар хлебного маршрута. Вы комиссар какого хлебного маршрута? 2733. Следующий в район Самары. Так, да, я разрешил всем комиссарам в случае задержек обращаться непосредственно в Совнарком. Можете говорить тише, я вас хорошо слышу. В чем сущность дела? Вторые сутки эшелон с зерном держат на станции, не дают паровоза. Почему? Потому что председатель губы с полкома не согласен с решением отправить зерно и выясняет этот вопрос в Москве. Передайте ему, что вопрос в Москве давно решен, и маршрут должен следовать точно к месту назначения. Кроме того, я дам телеграмму, чтобы вас не задерживали ни одной минуты. Хорошо. Всего доброго. Лидия Александровна. Слушаю вас. Срочно напишите телеграмму и отправьте ее. Вы не хотите понять простой вещи. Для того, чтобы воевать, нужны люди. И для того, чтобы сеять, тоже нужны люди. Но война с белогвардейщиной в основном закончена. Вы с этим согласны? А война за хлеб только началась. И это же вам объяснял Владимир Ильич, а потом и Михаил Иванович. Так, дискуссия еще не окончена. Я только сейчас говорил с комиссаром хлебного маршрута. У него председатель ГУП исполкома реквизировал маршрут с зерном. Да-да, Михаил Иванович, реквизировал. Говорит, что ему оно нужнее в его губернии. Тоже вот, видимо, вроде товарища Склянского. Решения центральной власти выполняют выборочно. Власть на местах хороша, когда не забывают, что мы налаживаем общегосударственное плановое хозяйство. Я как председатель Государственной хлебной комиссии вынужден буду привлечь к строжайшей ответственности председателя губосполкома. Предупреждаю всех здесь присутствующих, что мы такой анархии в губернском масштабе терпеть не будем. И строго будем наказывать всех нарушителей государственной дисциплины. По административной линии, по линии Совнаркома, и по партийной непосредственно через аппарат Центрального комитета партии. Я вижу, вы уже подготовили решение. Разрешите, я взгляну. Пожалуйста, это пока в черне. Ну, почему же в черне?
теперь ясно, что контроль за ходом демобилизации будет жесточайшим. Надо немножко отредактировать и подписать. Ну что ж, товарищи, на сегодня вопросы все. Всего доброго. Пора расходиться. Ваш вопрос я помню, завтра, товарищ Котиев, вам позвоню. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Михаил Иванович, нам с вами придется задержаться для дел хлебной комиссии. Вот через 20 минут прибудут товарищи. Добрый вечер, мои дорогие. Вот я уже и свободен. Володя, почти половина второго. Да. Трудный день. И положение наше пока что напряженнейшее. Балуешь меня. Как видишь, баловство небольшое. Но все-таки привилегия. Вы же с маняшей пьете с сахарином. Тебе доктор велел сахар есть. Да, продовольственная проблема. С каким трудом она налаживается? Отнимает массу энергии, а результаты пока что очень малы. К нам в редакцию поступает много писем о тяжелом продовольственном положении во многих губерниях. Да и просто о голоде. Несколько писем я принесла, чтобы тебе показать. Письма трудящихся – это большое подспорье. Да. Это, как говорится, действительно глаз народный. Так. Угу. Опять с Волги. Там очень плохо в этом году с продовольствием. Сегодня я беседовал с симбирскими крестьянами. Они прямо заявляют. По Волжье надвигается голод. А вот это уже совсем другое. В Тамбовской губернии кулаки-мироеды искусственно моют людей голодом. И это не единственный сигнал. У меня тоже неутешительная информация. Я не хотела тебя загружать наркомпросовскими делами. Да. Но и у нас положение отчаянное. Школы без дров и угля. А в ряде губерний учащиеся и учителя почти без снабжения. Нам срочно нужны большие продовольственные ресурсы, чтобы мы могли в десятки раз шире развернуть работу народного образования, улучшить положение школ. Да, хозяйственное положение наше архитяжелое. Я полагаю, что наступило время безотлагательно форсировать переход на новые экономические рельсы. Нужна новая экономическая политика, в корне отличная от периода военного коммунизма. Гражданскую войну мы выиграли, и теперь необходимо как можно скорее переходить к новой хозяйственной жизни. Это я буду настоятельно рекомендовать 10-му съезду партии. Мы, марксисты, должны постоянно искать новые формы социалистической экономики. О правде при создавшихся условиях
все-таки можно предъявить претензии. Так и скажи своим товарищам по редакции. Хозяйственное положение мы исправим, обязательно исправим. Но необходимо сейчас, не дожидаясь этого, чтобы лучшие наши пропагандисты, убедительно рисуя сегодняшнее положение, выступали бы с увлекательными статьями о будущем. Мы сейчас боремся за хлеб насущный, отчаянно боремся, но будущее нельзя забывать. Светлое будущее не за горами. Ты помнишь, Надя, когда мы с тобой были в Шуше, и нам докучал урядник, не пуская нас в Минесинск для встречи с товарищами? Мы верили, что это ненадолго. И очень хорошо нам работалось. Чертовски хорошо работалось. Это большое искусство — уметь видеть завтрашний день. Наши люди терпят лишения. Они перенесли много горя, но они верят, что хорошее, светлое будущее не за горами. Наш народ заслужил это светлое будущее.